Я почувствовал необходимость сделать на фестивале Манны что-то очень важное. Фестиваль Манны — это важная программа, потому что мы идем в ногу со временем. В Ветхом Завете сыны Исахара были людьми, которые знали времена и сроки. Пророчество — это не только проповеди о великой скорби, антихристе или последнем времени, это также события, которые происходят в наше время. Многие из вас с печалью и ужасом наблюдали за тем, как Талибан вернулся в Афганистан, захватив вначале деревни, а затем и Кабул. США потратили 20 лет на так называемую войну с террором не только для того, чтобы сражаться с бандитами и не давать им атаковать США, как это случилось 11 сентября, но и чтобы помочь правительству Афганистана сформировать свою армию и защищать себя самим. Когда Талибан начал захват территорий, они выпустили из тюрем 5000 преступников, которых американцы посадили туда и выдали всем им оружие. То есть все очень серьезно, но причем тут библейские предсказания. Об этом мы поговорим сегодня. Во-первых, хочу сказать, что это самый печальный момент на моей памяти за все 46 лет в пророческом служении. В первую очередь, это печально для обычных афганцев. Это простые люди, которым сейчас предстоит страдать от жестокого правления Талибана. Во-вторых, это очень печально для тех, кто все эти годы поддерживал Америку. Они сразу же стали мишенью для этой радикальной группы. В-третьих, мне очень и очень жаль родителей и жен, которые потеряли своих сыновей в ходе этой 20-летней войны. Когда я вижу, как люди, с которыми сражались 20 лет, теперь управляют страной, сразу же возникает вопрос, не были ли все эти смерти напрасными? Но я хочу напомнить вам, что Библия говорит, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Это наивысшая жертва. И Бог, и я, который любит все подразделения американской армии, мы всегда будем помнить об этом, о Вьетнаме, о войне в Персидском заливе и об этой войне с преступниками. Я уважаю и почитаю не только тех, кто служил, но всех тех, кто отдал свои жизни с надеждой, что Соединенные Штаты Америки останутся свободной страной. Сейчас мы все еще свободная страна, но некоторые люди пытаются это изменить. Ну а мы, пожалуй, вернемся к нашей теме и начнем ее. 11 сентября 2001 года США вступили в войну с преступниками под руководством президента Джорджа Буша-младшего. Мишенью сразу же стал Афганистан, потому что там прятался человек по имени Усама бен Ладен, который заявлял, что он стоит за преступными актами в Нью-Йорке и в Пентагоне. С Усамой бен Ладеном связана еще одна история, о которой многие люди не знают. Я буду рассказывать ее очень осторожно, потому что я узнал ее от человека, чей отец — очень известная фигура в исламе в Пакистане. Он готовит учителей Корана в той стране, а мой знакомый — верующий во Христа. И он рассказал мне об этом много лет назад. Много лет назад, когда русские пытались взять Афганистан из-за залежей урана, нефти и других ресурсов, Великобритания и США начали вооружать группировку под названием «Муджахадим», которая позже стала «Талибаном». Им давали оружие для войны с русскими. США не хотели напрямую воевать с Советским Союзом, это привело бы к накалу конфликта. Поэтому они использовали группировку под названием «Муджахадим», чтобы с их помощью выгнать советские войска. Эта война длилась много-много лет. И со временем «Муджахадим» вымотали Советский Союз, и он отступил. В результате этого, опять же, я рассказываю лишь то, что мне сказал мой друг. Я запомнил это надолго. Он сказал, что одним из людей, которые были выбраны для борьбы с Советским Союзом, был Усама бен Ладен. Ему было обещано, если он выгонит из страны Советский Союз,
то он получит отчисления от разных американских компаний, которым достанутся нефтепроводы в той части мира. Когда пришло время платить, Соединенные Штаты встретились с Бен Ладеном и его лидерами и сказали: «Компания, обещавшая это, обанкротилась, поэтому мы не обязаны выполнять финансовую сторону сделки». Это разозлило Бен Ладена, и тогда он выбрал США в качестве своей мишени. У этой истории есть еще много деталей, которыми я не могу делиться в рамках нашей программы. Но это поможет вам понять, почему к Соединенным Штатам была такая ненависть со стороны Бен Ладена и Муджахадим, то есть Талибана. После 11 сентября Штаты начали в Афганистане войну с преступностью, которая продлилась 20 лет. Их целью было устранить Бен Ладена и его лидеров. Постепенно эти лидеры были уничтожены. Как многие из вас помнят, на поимку Бен Ладена ушло много-много лет. Война велась также против нескольких лидеров Талибана. И в Афганистане было два типа правительства. Правительство с поддержкой и финансированием США. Наши военные учили афганцев, как защищать собственную страну. Сейчас нам придется ускориться, и мы поговорим об истории Афганистана, а также о пророческой стороне всех этих событий. Я хочу показать вам что-то очень важное. Если вы посмотрите на размещение Афганистана, то увидите, что он имеет очень важное размещение с пророческой точки зрения, а именно по отношению к так называемому «царству зверя». А кто такой зверь? Это метафора, использованная Даниилом для описания злого человека, который создаст свое царство в конце времен. В книге Даниила говорится о медведе, леопарде и льве. Это территории древнего Вавилона, Медоперсии и Греции. На этой территории сформировалось царство со штаб-квартирой в Вавилоне. Иными словами, Вавилон, то есть современный Ирак, был штаб-квартирой Греческой империи под руководством Александра Македонского, Персидской империи под руководством Дария и Кира и Вавилонской империи под четырьмя разными царями, двое из которых упоминаются в Библии. Итак, та часть мира, где был Ливан, Сирия, Ирак, Иран, Афганистан, Пакистан и Персы, является пророческой территорией. Эта местность оживет в последнее время. А как это будет? Я детально описал это в одной из своих книг. Антихрист будет мусульманином, который поднимется с тех мест, где когда-то был Вавилон, и которые были когда-то завоеваны Александром Македонским. Одной из центральных стран в царстве зверя будет, уж хотите верьте, а хотите нет, Афганистан. Я сейчас хочу показать вам карту, на которой вы увидите все это наглядно. Это довольно большая страна. Я говорю сейчас об Афганистане. Она состоит в основном из деревень со столицей в Кабуле. На востоке находится огромный Пакистан, где живут прекрасные люди. На западе находится Иран. В Библии Иран назван Персией. Кстати, многие иранцы называют себя не иранцами, а персами. Пожалуйста, посмотрите на карту. А что же у нас на севере Афганистана? Советский Союз. Все эти южные страны из бывшего Советского Союза были когда-то частью Османской империи, которая просуществовала 400 лет и была даже на территории Палестины. Всем этим я хотел сказать, что Афганистан — это центр той территории, где в будущем, согласно книге Даниила и Откровению, Антихрист придет к власти в последнее время, взяв под свой контроль
10 стран. Он также возглавит самый серьезный военный конфликт в истории, который уничтожит много стран и людей. Но я хочу обратить ваше внимание на кое-что очень интересное и очень важное. Если мы рассмотрим радикальный ислам, если посмотреть на поведение и действия Талибана и ИГИЛа, особенно ИГИЛа, то их особенность в том, что они обезглавливают людей. Почему это так важно понять? Обезглавливание людей напрямую связано с религией, с ее радикальной формой, когда людей лишают головы за то, что они с ней не согласны. Это радикальный ислам. Потому что все мы с вами знаем мусульман, которые очень современные, добрые, и вообще милые люди. Но ту часть мира захватывает ислам радикальный, и он будет распространяться. Я вам это обещаю. Вот увидите. Обезглавливание людей упоминается в 20 главе книги Откровения. Там сказано: «Я видел души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие». Этим людям будет позволено править в тысячелетнем царстве Христа, которое начнется после великой скорби и будет продолжаться 1000 лет. В английском переводе Библии 1611 года, то есть в переводе короля Иакова, сказано, что они были обезглавлены. В греческой Библии слово, переведенное как «обезглавлены», означает топор, то есть они будут обезглавлены топором. Это очень древний метод. Не гильотина, а отрубание головы топором. Помните, когда ИГИЛ был на подъеме, то в Сирии, Иране и других захваченных ими территориях они собирали людей вместе, многие из которых были христианами, и буквально отрубали им головы одному за другим. По телевизору показывали, как они собирали людей, но не показывали казни, потому что это было ужасно. Это говорит о том, что приближается система, в которой человек, не согласный с каким-то законом или с определенной религией, будет обезглавлен той группой людей, которая продвигает свою религию и свои идеи. Мы видим, что это происходит уже сейчас. Это не то, что будет в будущем, а то, что происходит уже много лет, особенно на Ближнем Востоке, которые постепенно захватывают эти радикальные элементы. Хочу также показать вам, что такого особенного в возвращении Талибана. Посмотрите на их историю. В Библии сказано, что леопард не может изменить своих пятен. То есть, если в сердце человека есть определенная система убеждений, то ничто ее не изменит, если она укоренена в сердце. В Библии сказано, что Антихрист изменит времена и законы. Времена и законы. Предположим на минуту, что кто-то способен это сделать. Предположим, что какой-то исламский лидер захватил все исламские страны. Могут произойти две вещи. Во-первых, все зависит от того, из какой он ветки ислама, и в соответствии со своим исламским учением они будут менять законы страны. Второе, что нужно будет поменять согласно пророчеству Даниила, и мы также знаем это от наших исламских друзей, произойдет изменение времени. Что же это означает? Иудейский календарь отличается от григорианского, или, как я его называю, языческого календаря. То же самое касается и ислама. У ислама свой календарь, и они считают время, кажется, 622 года от появления Мухаммеда. То есть у них другой отсчет времени. Это означает, что изменятся даты, а также дни поклонения. Мусульмане проводят служение по пятницам, евреи — в субботу,
а традиционные христиане по всему миру выбрали для этого воскресенье, которое во времена Нового Завета называлось первым днем недели. Ну а теперь послушайте меня внимательно. Когда Талибан захватил Афганистан, то они сразу же стали вводить законы шариата. Законы шариата — это очень строгие законы, в которых женщине нужно полностью закрывать свое лицо. Обычно в этой системе у женщин очень мало или совсем нет прав. Больше никаких кинотеатров, салонов красоты и тому подобных мест. Вы можете сами проследить за этим в обычных новостях, и вы увидите, какие перемены приносит этот закон. В книге Иезекииля, 38 и 39 главах, говорится о приближении войны в горах Израиля и на восточном берегу реки Иордан. В ней будут участвовать многочисленные исламские страны, которые названы в книге Иезекииля. Когда Иезекииль писал это были страны, которыми правили племенные группировки. Однако, если вы посмотрите на список этих стран, это Персия, Ливия, Эфиопия, то увидите, что большинство стран, перечисленных им, как участники той войны, это исламские страны. Сейчас некоторые исламские страны заключают мирные договоры с Израилем, а это полностью соответствует пророчеству. Еще остались страны, которые не заключили мирный договор, но в будущем они будут захвачены системой и человеком, которого Новый Завет называет Антихристом. Я сказал все это, чтобы вы понимали, что Персия и или Иран возглавит эту войну против Израиля. Но чтобы Иран смог это сделать, ему нужно объединить силы с другими странами. Не все в Иране плохие. Иранцы — замечательные люди, и мы это знаем. Некоторые из моих близких друзей — это иранцы, живущие в США. Но в самом Иране около 20% — это очень религиозные люди с крайне радикальными взглядами. Они объединятся со своим соседом Афганистаном, а затем меня немного беспокоит судьба Пакистана и что будет происходить с ним, если Талибан пойдет в ту сторону. Я не говорю, что именно так оно и будет, меня просто это беспокоит. Но если вы внимательно посмотрите на карту, то начнете понимать, как именно соберутся силы для войны Гога и Магога, после того, как к власти придут антиизраильские элементы. Я хочу вам кое-что рассказать, и я постараюсь сделать это очень аккуратно, потому что я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Просто эта тема кажется мне любопытной. Усама бен Ладен был из Афганистана. Он прятался в Пакистане. Там его и нашли американские спецслужбы. Он погиб от выстрела в голову, и его похоронили в море. Не спрашивайте меня, как, но я видел снимки того места, где это произошло. Я могу вам точно сказать, что он не выжил. Он точно мертв и похоронен в море. Они так сделали, потому что не хотели, чтобы его последователи создали что-то вроде мемориала и сделали из него великомученика. Это могло повысить уровень радикализма среди его последователей. Хочу показать вам очень интересный стих. Я объясню вам, что он, по моему мнению, означает. В Откровении 13 главе 3 стихе говорится о животном, которое было как медведь, леопард и лев. И как я уже говорил, это Вавилон, Греция и Персия. И это означает, что земли и народы этих стран соединятся воедино, и это будет система зверя или система антихриста. И видел я, что одна из голов его
как бы смертельно была ранена. Но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя за зверем. Я считаю, что речь идет о главе одной из древних империй. В Откровении 12 главе перечислены 7 голов. Это Египет, Ассирия, Вавилон, Персия, Греция и Рим. Мы знаем, что Греция и Египет все еще существуют. Но одна из древних глав древних империй, которая ранена и умерла, это древний Вавилон, который находился на территории современного Ливана, Сирии, Ирака и Ирана. Все это территории древнего Вавилона. Прошу прощения. Все, кроме Ирана. Иран — это бывшая Персия. Эта империя даст нам нового человека, который и будет антихристом. Но давайте подумаем. 20 лет в Афганистане шла война, и нам казалось, что радикальные элементы побеждены. Но вдруг смертельно раненая исцелилась. Смертельно раненая 20 лет назад исцелилась, и эта группировка снова в действии. И сейчас весь мир сидит в шоке и удивлении. Но я не считаю, что это исполнение того, что сказано в Откровении 13 главе 3 стихе. Мои выводы основаны на пророчестве об империи. Но если подумать, то многие в этой группировке — это последователи Усамы бен Ладена. Ему прострелили голову и похоронили его в море. А теперь смертельная рана затянулась, и эта смертоносная группировка снова сильна. И мне кажется, это имеет значение. Но самое сложное, так это то, что происходят такие вещи, которых нам не хотелось бы видеть. Не буду вдаваться в детали, но думаю, многие из вас и так понимают, о чем я. Мы не знаем, что с этим делать, но будут такие вещи, с которыми мы ничего не можем поделать, потому что пророчество должно быть исполнено. Но, с другой стороны, те вещи, которые мы можем остановить, мы должны останавливать и делать это смело. И это сатанинские вещи. Они пытаются пролезть в нашу страну и повлиять на другие страны в мире. А вот почему мы собираемся на молитвы каждый четверг. И мы призываем вас присоединиться к нашему посту и молитве за Афганистан и за местных христиан, чтобы они смогли выжить или убежать в другие страны. Нам нужно не только говорить, но и молиться об этом. Я написал книгу, которая является самой значимой пророческой книгой за все время моего служения. «Предпосылки апокалипсиса». Я хочу, чтобы вы ее прочли. Если вы любите свою страну, то вам нужно прочесть эту книгу. Пожалуйста, уделите мне все свое внимание. Несколько месяцев назад мирской экономист заявил, что грядет новый глобальный сброс. Тогда я услышал в своем духе эту фразу «апокалиптический сброс Америки». Несколько недель я просыпался рано утром и получал череду пророческих откровений, которые я собрал в своей новой книге «Апокалиптический сброс Америки». Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, консервативные американцы и патриоты. 19 подробных глав раскрывают те планы, которые сейчас строятся в тайне и будут публично установлены над нами, американским народом, а также то, как нам противостать им. Я нашел поразительные древние пророческие параллели и шаблоны, некоторым из которых более 4000 лет. Они повторяются сейчас в Соединенных Штатах. Я рассматриваю великий вавилонский сброс Америки и спланированное гонение христиан, самостоятельное проклятие Америки, которое принесет суд на страну. Грядущая стычка с Иезавелью, женщина, которая станет президентом. Как нам себя вести? Почему мы должны противостоять коррумпированному правительству? Я раскрываю уникальные параллели с Кремниевой долиной, а также планы по банкротству и экономическому сбросу Америки. Кроме того, я расскажу, как функционировать, когда церкви придется уйти в подполье. Я получил уникальное откровение о президенте Трампе и шаблоне, который открывает историю. У меня также есть глава о том, почему пророки поняли все неверно. Дамы и господа, это самая важная книга в истории моего служения, особенно в наше время. Но и это не все. Я также добавил к ней новую инсайдерскую информацию на двух аудиодисках.
Это 2 часа подробной информации, которой я не буду делиться в соцсетях. Учитывая то, в какой ситуации мы находимся сейчас, большая часть этой информации будет заблокирована, если бы я делился ей открыто. Эти 2 часа содержат библейские, политические, национальные и межнациональные открытия и информацию, которую вы, скорее всего, никогда не слышали. Это только для тех, кто любит истину. Закажите сейчас этот набор, который состоит из моей новой книги и 2-часовых аудиодисков на нашем сайте или позвонив по телефону, который вы видите на экране. Вы также можете написать мне по адресу, который сейчас указан на экранах ваших телевизоров. Вы можете получить этот набор за $35 или больше. Заказывайте предложение АПР-140. Я раскрою радикальных глобалистов и людей, которые хотят заткнуть рот христианам, патриотам и консерваторам. Я говорю не только о себе, но и обо всех людях доброй совести, доброй воли. Мы покажем вам в книге, что мы можем сделать, если объединимся. Я очень хочу, чтобы вы прочитали эту новую уникальную книгу. Эту книгу обязаны прочитать все христиане, которые любят библейские пророчества, и все патриоты. Вы даже не можете себе представить, насколько важен тот ресурс, который мы предлагаем вам сегодня. Я благодарен вам за то, как вы приняли его, за ваши комментарии. Но, учитывая то состояние, в котором сейчас находится наш мир, я считаю, что это самая важная пророческая книга за 46 лет моего служения. Я надеюсь, что вы закажете свой экземпляр и сборник из 2 дисков. Мы планируем побывать в некоторых местах осенью. Следите за информацией на экране, пока я буду рассказывать вам, куда мы приедем. Мы приедем в Oak Grove, Арканзас, на одно служение 29 сентября в Ассамблею Божью «Урожай». Надеемся увидеть вас там. Не забывайте, что наше главное мероприятие пройдет с 5 по 9 октября в Кливленде. После этого мы поедем в Faith Landmark Ministries в Ричмонд, штат Вирджиния. Это будет 10 октября. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мы приедем в Уильямсон Мемориал Филдхаус, что в Уильямсоне, Западная Вирджиния. Пробудем там с 23 по 25 октября. 24-го я буду проповедовать в региональной церкви Божьей. Это будет субботу. Мы будем в Филдхаус 23-го и 25-го, а в региональной церкви Божией 24-го. Мы любим Западную Вирджинию. Если на то будет воля Божия, то с 7 по 12 ноября мы будем служить на 2 островах Гавайев. Если вы смотрите нас там, то следите за информацией на сайте. Мы также хотим напомнить вам, что каждую среду мы молимся в Международной школе слова. Мы начинаем в 6. Вы также можете приехать к нам, чтобы за вас помолились. Во вторник и в пятницу мы также проводим служение в Рэмпе. В пятницу у нас молодежное служение, а во вторник у нас главное служение. Мы хотим, чтобы вы участвовали во всем этом. А если вы хотите изучать Слово Божие, то заходите на сайт Международной школы слова. Мы поможем вам в этом. Мы также хотим поблагодарить всех вас, кто подписался на наш канал на YouTube. Привет, это Перри Стоун. Присоединяйтесь к нашей команде. Это Джон Килпатрик, Дженсен Франклин, Томми Бейтс, Карен Пэк и многие другие. Осенью у нас состоится собрание, наполненное силой Святого Духа. Оно пройдет с 5 октября по 9 октября в Международном центре Омега, Кливленд, Теннесси. Мы будем рады увидеться с вами.